Игорь, расскажи, пожалуйста, как побороть страх общения с публичным человеком? Можешь дать какие-то рекомендации и советы? Страх общения с публичным человеком? Да. Это, например, с кем? С человеком, который известен в России, может быть, не только в России, но такая публичная личность. Ты знаешь, мне кажется, что страх общения с публичным человеком, нужно уточнить, а ты имеешь в виду общение на публике или тет-а-тет? Тет-а-тет. Вот как мы такой страх бывает? Записываем. Да, бывает. Бывает. Я знаю, что у многих бывает. Просто когда человек, ну, публичный или, скажем так, большой человек, образно выражаясь, то, может быть, дело в том, что мы склонны придавать какое-то особенное значение ему. И типа, вот он такой-такой, а я вот такой маленький. И вот, ну, между тем, это просто человек. Может быть, начать можно с того, что вспомнить о том, что он просто человек. Он также ходит по земле, ночью спит и все прочее. Это сильно облегчит. Ну, на самом деле, любой большой человек... А, знаешь что? Идея. Этот самый большой человек, он просто человек, это очевидно, это понятно. Но страх, наверное, возникает, потому что это страх не перед человеком самим, а перед образом этого человека, который у тебя в голове, который себе рисуешь. Вот можно сделать так, чтобы этот образ уменьшился. Ну, не в смысле обесценился, а в смысле стал таким... Менее важным. Да, менее напряжным. Для этого можно представить себе этого человека в какой-то глупой ситуации, в которой, например, бывают все остальные. Скажем, как он, не знаю, в туалете застегивает ширинку, и у него там заела молния. С ним такое может быть? Может быть. Несмотря на то, что он очень большой, масштабный. Согласна. Очень публичный и известный. Представь себе это, и сразу как-то упрощается все. Оказывается, он такой же, как ты. Ясно. Спасибо большое за это. Пожалуйста. Я недавно познакомилась с твоей книгой «Четвертый тоннель». И хочу сказать, что это очень искренняя книга, открытая. И здорово, что ты так открыто рассказываешь о своих комплексах, которые у тебя были. И у тебя в книге есть такой абзац, сейчас я его зачитаю. «Я всегда был уверен, что мне нельзя быть самим собой. Я недостаточно хорош, чтобы существовать в таком виде. Я также был уверен, что никогда не смогу быть каким-то другим. По той же причине я слишком плох, чтобы быть способным на какие-то перемены». Вот как ты пришел к сознанию того, что ты можешь все-таки быть самим собой? Как пришло осознание того, что я могу быть самим собой? Ну, это все просто слова, на самом деле. Просто никак оно не приходило, как-то в какой-то момент стало, ну, ясно, что меня не устраивает так, как я живу. И в этом есть что-то очень... Я просто притворяюсь, ну, по жизни тем человеком, которым не являюсь. Пытаюсь выглядеть лучше. Якобы лучше, чем я есть. Якобы я недостаточно хорош для того, чтобы просто быть таким и этим себя реализовывать и быть счастливым просто так. Вот. И когда, ну, видимо, когда уходит надежда, когда уходит, ну, надежда на то, что вот эти вот... Знаешь, есть такое выражение в рекламе одного шампуня. Ведь вы этого достойны. Да. Это подается так, как будто ты можешь быть этого достойна, либо недостойна. Якобы есть вещи, которых ты достойна, которых недостойна. Это просто игра слов, но она очень сильно эмоционально заряженная. И вот такие рекламы эксплуатируют человеческую склонность считать себя недостойными чего-то хорошего, считать себя ниже, чем нечто важное для человека. Вот, это искусственно навязанная штуковина. Она поддерживается в обществе. Очень многие люди в бизнесе, в политике эксплуатируют подобные человеческие слабости, как сказать, затыки, для того, чтобы, ну, манипулировать людьми. И это так распространено, по этой причине это воспроизводится, и мы все в этом живем. Но достаточно вспомнить о том, что ты просто человек. Вот мы были маленькими, вот представь себе, ты и я в детском садике. Мы едим кашу там, после там тихий час, а потом мы бесимся там на площадке игровой. Мы все просто люди. Каждый уникальный по-своему, никто не лучше и не хуже, чем кто-то другой. Мы просто все разные. И мы можем дружить, мы можем что-то сделать классное вместе, можем и не вместе. Но в любом случае нет ничего такого, чего ты можешь быть недостойна. Но, однако, если ты живешь в состоянии, в таком, в глубинном убеждении, что
ты недостаточно хороша для чего-то. Не знаю, чтобы быть счастливой, признанной, там, уважаемой. Миллионы. Зарабатывать деньги, которые адекватно соответствуют твоему запросу по жизни. Вот, если ты считаешь, что это так, то тогда возникает как бы необходимость исправить это, добиться, вот поднажать, вот. И эти попытки обречены на неудачу. Они никогда не смогут, ну, они не увенчаются успехом, потому что беда не в том, что у тебя, например, мало денег, или там недостаточно узкая талия, или не знаешь трех иностранных языков, а беда в том, что ты думаешь, что ты чего-то там недостойна, и вот эти все вещи ты используешь для того, чтобы стать достойной. В конечном счете сводится это все к тому, что каждый человек ищет любви, это детское начало, мы все хотим быть любимыми, и вот это суррогаты. Меня будут уважать, это как бы любовь. Меня будут принимать, меня будут, не знаю, там, по достоинству ценить. Это как бы меня любят. Просто в какой-то момент происходит как бы развязывание узелка. Нет потребности в том, чтобы быть любимым. Есть потребность в том, чтобы любить. Это совершенно другая штука. Ну и где-то там находится переход из состояния, когда ты все еще предпринимаешь попытки и на что-то надеешься, в состояние, когда ты просто начинаешь жить, ну, позволять себе жить сейчас. Своей здесь, жизнью. Да, своей жизнью наслаждаться. Путано? Нет, замечательно, на самом деле, замечательно. А вот вопрос. Ты, опять же, пишешь в книге, что ты всегда жил вопреки своим родителям. Ты шел против течения. Откуда в тебе брались такие силы? Откуда брались силы, чтобы идти против течения? Почему ты не жил так, как все? Жить вместе с родителями, заниматься тем, чем они занимались. Почему ты вырвался в другую жизнь? Слушай, я не писал, что я жил против родителей или вопреки родителям. Расскажи. Может быть, ну давай цитату. Хорошо. Цитата. Все, чего ты добился, чего я добился в жизни, я понял, в плане профессионального социального роста, вопреки родителям. Это я имел в виду, когда я это писал, я имел в виду, что очень многие вещи, которых я добился и которыми, ну, принято гордиться, происходили, ну, это я старался, я вкладывался, и это происходило на фоне того, что меня мои родители, как я тогда искренне уверен был, не поддерживали. На самом деле, просто у моих родителей была очень трудная жизнь, они несли груз, ну, тяжестей, связанных с их жизнью, еще происходящих из их прошлого, которые намного больше, чем мой. Надо сказать, что мы обычно не ценим, не замечаем просто того вклада, который родители в нас сделали. То, что мы прекрасное получаем, мы воспринимаем как должное. Ну, разве иначе бывает? Ну, это все равно, что как дышать. И мы при этом не имеем представления о том, насколько много они в нас вкладывали. Но при этом родители тоже люди, они тоже имеют своих тараканов, свои ограничения, страхи, какие-то загоны. И они стараются ребенка, поскольку он от них зависит, стараются его волей-неволей, но неизбежно стараются как бы привести в соответствие со своей картиной мира, сделать похожим на себя. То есть в каком-то смысле ломают. Да, ограничивают тебя, заставляют. Нет, вот так нельзя, нужно вот так. Ты говоришь, я хочу, не знаю, я хочу путешествовать. И еще я хочу встречаться с мальчиками, с латиноамериканскими мальчиками. Да. Они говорят, ты что, так нельзя. Ты вообще, во-первых, еще маленькая, чтобы путешествовать, во-вторых, ты еще маленькая, чтобы встречаться с мальчиками, а в-третьих, ты еще, между прочим, какие латиноамериканские, ты что? Да. Так нельзя, за это убить можно. Кто-то может даже. Вот, это я сейчас маленько, как бы, грубо. Ну, короче говоря, смысл в том, что родители, они не то, что были против меня, они как умели, так и жили. Uh-huh. А я в то время жил с ними и был очень психологически зависим от их, ну, от их поддержки, от их оценки, от их влияния на меня. И на самом деле, они классные ребята. Да, безусловно. Все родители классные. Они классные ребята, да. Нужно им отдать должное, они молодцы. Игорь, последний вопрос. Вот каковы сейчас на данный момент твои жизненные принципы для того, чтобы жизнь была гармоничной и сбалансированной? Жизненные принципы для того, чтобы жизнь... Сейчас нужно что-то красивое сказать, да? А? Ну, наверное. Ну, ладно, общем, слушай, давай я скажу, как... Принципы гармоничной жизни. Я скажу, как скажется, то, что лично мне нравится. Мне кажется, очень важно быть настоящим. То есть, ну, проявлять себя тем, кто ты есть, занимаясь любимым делом, встречаясь с теми людьми, которые тебе близки. В личной жизни это должна быть, ну, если это я мужчина, то, соответственно, жена у меня,
она как раз тот человек, с которым я могу быть полностью открытым. И очень важно любить и поддерживать друг друга. Честность, искренность, любовь обязательно должно быть, должна в жизни постоянно присутствовать творческое начало. Это то, что позволяет создавать новое, то, что позволяет делать жизнь интересной. И без нее просто все в цикл заходит и повторяется. Вот. Любовь, искренность, самореализация через творчество. Работа должна быть творчеством. Делать нужно только ту работу, которую любишь, безусловно. Все-таки мы в работе проводим как минимум треть жизни, не считая треть во сне, треть в работе, треть в чем-то еще. И работать, делая то, что тебе не нравится и никуда. просто ради того, чтобы было на что покупать еды, но это неправильно. Это неправильно даже ради больших денег. А вот найти себе дело, которое по душе, которое ты можешь кайфовать от него как от хобби, и еще его монетизировать, так чтобы оно тебя кормило хорошо. Мне кажется, это лучшее, что можно придумать в плане работы. Да, соглашусь с тобой. Игорь, спасибо тебе огромное за ответы на мои вопросы. Пожалуйста. Надеюсь на новые встречи, на запись новых интервью. До новых встреч. Очень взаимно.